Всем привет, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Вы на канале Nefright1987. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик. Ну и сегодня мы продолжаем прохождение Parasite Eve. Так, с кнопки. Все, пытаюсь опять за мышку взяться. Не забываем, кстати, ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии по данным видео. Ну и мы поехали. Так, я даже не помню опять, где мы были. А, ну на полицейском участке, окей. Чем мне надо? Пошли посмотри, что он обнаружил. Кто он? Говорит, что капитан спас Бену жизнь. Шива была его напарником, когда он был новичком. Он не смог пристанавливать. Хоть дело нам капитану надо, да? Ничего не догоняю я. Не могу вспомнить. А, ну да. Этих мне не надо. Походу дела, значит, надо на верхний этаж. Хз, куда сейчас? Пойдемте гуляем, гуляем. Может сюда? Ни хрена. Пойдемте сюда. Может, кабинет его? Здесь его нет. Блять, куда мне идти? Я замуровался, дверь не хотят открывать. Наконец-то вышел. Ладно, обойдемся двери. Тут ни хрена. Что-то вообще ни хрена ничего не понял. Комнату, где псина была, Шива-то это. Туда сползет. Да, здесь логично, никого нету. Капитан. Капитан, ты где? Ты где, капитан? Да куда ты? Будем ходить из локации в локацию. Там, где нас нема. Опечатано. Не ходить, капитан 0. Твою мать, а куда входить-то тогда? Капитан, ты где? Mm-hmm.
Меня начинает это раздражать. Никогда не любил бегать и не понимать, куда мне надо. Потому что он где-то внизу. Просто я вообще уже не догоняю. Вроде к нашему хмарю сходим. Здорово. Что-нибудь нужно? Настроить оружие. Извини, детка, надо получить разрешение. Да пошел ты. Сложить инструмент. Блин, да, какой инструмент я сложу? Блять, какой на мне жилет одет? А, бля, жилет точно. Так, сейчас моя жилет тогда нахер. Так. Двигать. О. Кольт тоже нахрен. Двигать. Так. Сложить предмет. Вот эти всякие майоки, молоки. Ни хрена ничего не понятно, для чего они. Хамая. Лишнее место только занимает. О, прыжок еще даже сюда. Ждан, как он мне раньше назывался. В моей одной из версий. Который у меня так и лежит дома, он на блоке первой. Ёпта, короче, капитана не нашел. На складе он точно не может быть. Пойду к этим тогда. Ими надо было, бляха-муха, да. В прошлом доктор был уволен за продажу данных пациентов. Ух ты. И Мелиссу видели входящей в музей поздно вечером. Несколько раз. Ева! Кламп, ублюдок! Я знал, что он причастен к этому. Кончаем здесь, осмотрим весь город. Ева и Кламп должны скоро встретиться. Нужно поспешить, будет слишком поздно, если родится сверхсущество. Я поищу чего-нибудь еще. Вот твоя рация, будем поддерживать связь. Я на вас тоже рассчитываю, мистер ученый. Ого. Все, идем на поиски Евы. Если заметите ее следы, вызывайте поддержку. А ты не собираешься остаться здесь, Дэниел? И перекладывать весь день бумажки. Ты шутишь? Что будем делать? Дай знать, если что случится. Да, хорошо, понял. Evolution. Evolution. А там чайный таун надо? Мы сходим в Сохо вначале, да? Это там, по-моему. Нет, опять не туда. Сука, опять не туда похудела.
Понял, должна локация где-то открыться еще одна. Интересная. Вот, склады эти. Все. Оттуда я использую вначале. А потом уже пойду по этому. Как надо мне по сюжету. Полицейский офицер Бри. Что нашего? А, Ева здесь. Почему бы вам все не проверить? Я вызову поддержку, ладно. Итак, вы проверьте все. Пошли проверять. Блин, пошли проверять, говорю. Не хочет. Ну ладно. Эл, давай убираться отсюда. Это Эл. ППК. Блин, ребят, после сталкера сразу же ППК, блин. В чем плюшки этого ППК, интересно? Уровень опять быстро, быстро. Первая атака. Но. Да, он помощнее будет, чем моя пушка. Но у меня же нету этого, блин. Срань господня, как его? Инструмента. Да, я ничего не могу сделать. И этого ничего нет. Ну ладно. Найдем инструменты, тогда что-нибудь скомбезим. Пока хер. Идемте так. Будем выживать так. Все разбросано. Им защита. Так. Он послабее. У него есть автоаптечка. Но у меня есть супер антияд. Что для меня немаловажно. Потому что с ядами не люблю бороться. Да, конечно, как без махача. Ваше благородие, госпожа Победа. Значит, моя песенка до конца не спета. А перестаньте, черти, оклясться на крови. Не везет мне смерти. А чё это у меня по одному патрону там стреляет? Я чё, не ту пушку взял? Ох, я не ту пушку взял. Пипец. Ну попробуем из неё поубивать. 138 хп, да ладно, нихера себе снесла мне. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне смерти, повезет в любви. У меня здесь так, 62, вот. А не как у ППК. То вообще охренеть, а тут скопытиться мог бы. Птичек так не так уж много. На тебе энергию. О! Повезет мне смерти, повезет в любви, повезет в любви. Та-да-да-да-дам, та-да-да-дам. Ну что-то мне не там пока не везет. Вроде в любви начинает вести, потом опять какая-то херня. Ух ты, какая пушка интересная. Зажигательные патроны. Ух ты ж, ёптель. Бляха-муха. Всяких бонусов. У меня нету инструмента. Просрала все инструменты на всякую хрень. Ох, большой крыс.
Так и убьют ведь меня нахер. Чем реально убьют. Все, пиздец мне. Да не паука, ты дура. Ох, она опять шмаляет. Сука, я еще сам вляпался. Пиздец мне. Мне пиздец на холодец. Да, что-то я рано, кажется, сюда все-таки залез, да. Ну ничего. О, броник сюда помощнее. Да куда, ни хрена он кусает тоже. Вот уж хрен, Пуфи. Какой ты Пуфи, ты как херня. Злоба из-под ногтей, блядь. Сука, умри. Моя пушка здесь что-то не выруливает. Да, еще и мажу. Пиздец. Да как-то так они под столько хп так кусают меня. Ходил, ребят, рано я сюда реально пришел. Не продержусь я здесь. Потом зайдем. Как вы сами видите, здесь для меня очень тяжеловато. К таким битвам у меня еще я не готова. Совсем никак. Мне надо что-нибудь помощнее. Пушку помощнее, броник помощнее. Здесь мы не вырулим. Нас просто от мудов хоть жестко поимеют. Идем чрезвычайно там, туда, куда нам надо. Куда нам по сюжету надо? Китайский квартал. Чайна городок. Чайна Конюздей. О, птички. Там чё? Реплюс. Хорошо тоже. О, махач. Ох, эти попрыгушки, блин. Ладно, сейчас стрельнет. Вот, тут хоть хп на 22 всего сносит. Да не 100. 33. Ничего не страшно.
красава. Тут я себя комфортно чувствую. Подтянем ХП. Опять махач. Одна хвосташка и две змейки. Какие змеи тут живучие. Ах, тут рвануло все-таки. Ладно, уж сидим одну печку, вторую там. Это не ящик случая? Нет, это не сундучок. Так, тут сохранялка. М79. Чё она дает нам? Такая. Посмотрим, что это. Кислотные патроны. Блять, ну это что-то вообще уже Resident Evil. Тут даже и не знаешь, какую круче взять пушку. Идем дальше, офицер Бри. Не пойду я пока к тебе, я там ящик вижу. Да не ходи ты к нему. Да, а это здесь. А я? Похоже, да. Блин, не успел прочитать. Я спущусь вниз, осмотрюсь. Передайте это Дэниелу. Да, поставьте. Вот, возьмите. Опять какую-то херню сует. Нарита. Будьте осторожны. Ты мне лучше инструмент бы дал, а не Нариту свою какую-то. Ты прыгай, ты сама туда хочешь уже или нет? Нелюбимая мною местность. Каналия! Не понял, вниз или вверх идти? По-моему, вниз надо. Колды себя вверх пошел. Самое главное, мышь уничтожить, это помню. Она пакость сделает вот такую. Уже давили еще. Да сгиньте вы нахер. Все уже надоели.
В некоторых проходиках есть нычки. Я пытаюсь найти нычку. Там, походу, дела нет нычки. Да, здесь нычек нету. Главное, чтобы сейчас никого не было. Никто не появился. Не хочу я махачи. Блять, так здесь будет махач. Жаба. Большая жаба. Вот тебе батл тоц. Защиту, сука, понизила. Ой, она прыгнула. Да ни хрена она прыгнула. Ну так круто, не жаба. Да круто, только батл тоц так делал. Да, ребят, скажу сразу же, блин, на клаве не так удобно вообще играть. Если я иду туда и там ни хрена нет, это будет... Я буду очень злой. И ведь тут ни хрена тоже нет. Бля. Я злой. Нахрена я сюда перся, блядь, челил. Вот у меня еще и кофе закончился. Ох, блин. Блять, и вот и махач сразу же. Сука. Бля, две мыши, две этих. Бля. Я не хочу ослепления получить от этой мыши. Сраной. Эти падлы еще меня травят, суки. Сгинь, сука, нахер, постылая. Лечение это, да, блин, дебильное. Никаких ящиков, блядь, нету. Никаких ящиков, бля. Это просто писец. Ну ты, блядь, тупик. Я пришел только зря, да? Андрюх, если ты смотришь это видео, я думаю, ты тоже сейчас ржешь над этим всем. Блять, я реально не понял, где эти ящики все. Помню, что они должны быть где-то. Блять, опять махач. Блять, две мыши. Сука, зацепила. Да я в нее не попаду нахрен. Это дебильное, где там лечение дебилизма? Лунная призма, дай мне силу. Да блядь! Я так не вылечусь никогда нахрен.
Конечно, мимо. Сука. Сука. Опыта дали. Ничего не дают. Иди только мудохайся со всеми. Прокачали бы хоть бы меня. Здесь тоже ни хрена нет, да? У меня там ящик виднеется. Я ящик вижу, вижу, вижу. Сука, да, сука, я сейчас это да это дебильное выложу. Опа! Дали бы инструмент, блин. Да куда ты? Опа, там что-то мелькает. Опять две мыши. Нахер? Сука, попала меня. Мразота. Меня слепили. Подонки. Пизда тебе. Наконец-то мне дали. Че на гена? Не надо мне ничего, это уже ДДД ваше. Извлечение генов. Геда. Земление ЛС. Ну ладно. Типа что-то я понял. Но у меня больше хп стало. Так, что это такое лежит? Твою мать, все, сейчас будем создавать пушку. Точно не ППК. Тут с напалмом я все хотел сделать. Сменив на мое, да? 17 плюс у меня же. 7. Ага. Мы эту пушку возьмем. Да. На полу, наверное, будет ее побольше выжигать-то. Их посильнее. Защита плюс 2. Тоже хорошо.
А, с этой стороны мне не подняться, точно. Мне надо вниз все равно идти. Что ж, пойдемте вниз. Главное, инструмент и хорошая уже пушка. Покруче уже моей. Все-таки огонь-то, думаю, будет мощнее выжигать, чем обычные бы пушки я выжигал. Ну, от которой я стрелял, тормозил их. Махач, давайте проверим как раз нашу новую пушку. Пять эти две, суки. Что попало? Прям в упор по тебе встану. На, вон она. Ох ты, что еще как бабахает-то. О! Это уже хорошо. Так я не понимаю, как она отнимает там жизни. Бабахает она нехило. Горы сала, тонны сала, как меня это достало. Сны и сала, дни и сала. Это мне судьба послала, бляха. Не так все спел, но ладно, все, наоборот, должен был быть. Я только ему ящик взять. Я сейчас, сука. Че, все что ли? Вот это да. Пушка так пушка. Прям. Огонь. Огонь, пушка. 233. У меня же есть такая уже. Да. А. 3. У меня М-203-2. Ну, аж по 3 выстрела и этими. Не. Думаю, напалмовая помощнее будет. Огонек. Чем кислота. Тихо. Че, там больше ничего нету нигде? Да ладно. Ни одной нычки. Все, тупик. Тупик. Ну, ладно, идемте на выход тогда. Может, там что есть? Там что положили полезное для меня? Вот. Арзачит. Ох ты! Я хочу это. Мне нужен инструмент. Срочно мне нужен инструмент. Вы посмотрите только на эту красоту. Блин. Увеличивает максимально ХП. Активное время медленнее. Это же вообще, ребят. Да я же все и буду носить. Подумаю, что на 3 меньше защиты, но блин. Потом я инструментами все добавлю. Вон мне сколько ХП этого как увеличилось. Эх, нигде инструментик не лежит.
Ну, полезем наверх. Он и дыщ, конечник цайн, он и дыщ. Он и дыщ, он и дыщ. Он и... Блин, все забралось. Без тебя, без тебя. Не помню, как там оно, там переводится все. Не знаю, что он дышит без тебя. Ну, дубинка более крутая. Ох ты ж. И здесь махач. Всего одна мышь. Ага, на таком месте открытом, да? Сука. Я к тесену сейчас плотную подойду. С одного выстрела. Это? Это зрители из парка. Нужно удалить слизь из резервуара, пока она не распространилась по всему городу. Нужно вначале сходить сюда. Может, здесь инструмент есть? Ну и тут махач. Вот это да. А чё, им не надо эти валить, что ли, хвосты? Ах ты, чё он делает-то умеет? А это хп отнимает взрывчики-то эти? Ранги свои накидал. А, тут что-то хорошее подняли. Где мы то, что подняли? Я что, не взял, что ли? Я не понял. Я же брал. А, у меня было места, не было. Да переиграю. Надо место освободить срочно, ребят. Чё там такие штуки дают, плюшки хорошие, а я тут прозрать их должен. Давайте, крокодилы сраные. Чё, думаешь, самый крутой, что ли?
с упора-то ни хрена на хп вышибает. О, теперь все подняли. И хп меньше потерял. Что-то лежит там сундучок. Инструмент! Да, бля. Мне же затрясло. Ребята, это круто. Вот это да, вот это у меня защита и все. О-хо-хо, веселуха, ребят, веселуха. Живем. Все, трындец всем. Настал. Че, все больше случается? Только за инструментом? Ну, то хорошо, инструмент очень хорошо. Без инструмента это пипец. Он и дождь, конечно. Извините, конечно, я там неправильно, может, что-нибудь произношу. Я немецкий не учил, так что я ни хера не Ферштейн. Там. Ничего интересного нет? Дверь интересная. Та-да! Мы открыли дверь. Сундук. Сохранялка. Ура! Патроны. Ну и, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefright387. С вами был Неф. Не забываем ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии. И всем пока-пока. Let's rock!